Назарова Мария. Первый раз прыгаю, очень страшно. Сердце колотышится. Фух. Собираемся перелазить? Нет, еще идти пристегиваться. Я кину. О, господи. Все, полностью начинается мандраж. Еще рано. Да уже пора. Пора будет, когда перелезешь. Рассчитываю, что это не первый, первый, но не последний раз. Супруг прыгал, сказал, что сальтуха двойная. Вся грязина поднимется, сделает двойную сальтуху. Конечно, говорит, вообще просто. Но сначала не переживал, а потом, как у него словесный понос начался, думали, его там не остановим. А так-то вид красивый отсюда. Брутальный. А на скорости метров 40 в секунду он вообще не забывает. Честно говоря, я вообще высоты боюсь. Он тоже так говорил. Но он, у нас с ним фобия. Нет, до фобии еще далеко. Ну ладно. Так, значит, смотри, это мы придумали. Че, слушай. Прямо вот туда, на те 4 трубы. Ага. Отталкиваешься можно сильнее, можно дальше. Вот я стою двумя ногами. Да. Раз, два, три, прыжок, и я чё, как? Чё вот я делаю? Отталкиваешься вперед и вверх. Именно ногами прыжок делаешь. Хороший прыжок, потому что отталкиваешься. Попробуем. Попробуй, что сделаешь. За чё держаться? Перелазь через забор. Держаться будешь за веревку и за камеру. Ой, господи! Мне даже не верится, что я тут, а. Господи. Мне даже не верится, что я это делаю. Это мне подделайте. Фу. Камеру возьми. Она если у меня выходит. Камеру. А без нее нельзя? Почему? Я не смогу с камерой. Почему не сможешь? На руке затянуть можно? Не-не, она не выпадет. Ой, господи, господи. А, мне кажется, я сейчас зацепилась спиной. И руками зацепилась за забор. Желание жить. О, у меня еще ребенок маленький дома. Так, возьми веревочку в руку. О, господи. Вот так вот, да. И подходи ближе к краю. Что, точно без палки нельзя? Точно нельзя. Мне кажется, она меня к низу тянет. Тебя сейчас притяжение к низу будет тянуть. Серьезно, камера, это к низу тянет. Нет, давайте правда без палки. Не, давай с палкой. Подходи к краю. Давай, чем быстрее сделаешь, тем проще. Я, честно, так хочу материться. Просто ребенок маленький. Он все не понимает. Я не могу так держать руку, она меня вообще вниз тянет. Ну вот ты сейчас подойди к краю, потом руку. Давай, прямо на самый край сейчас, давай. Блять, я не могу. Можешь. Может это, с разбегу? Нет. Я не могу подойти на край? Не, ребят, честно, помогите мне что-нибудь сделать. Давай, я тебя подержу. Давай, давай, давай. Я тебя толкать не буду, просто держу. Давай, подходи. Давай, давай. Ой, блядь. Забор отпусти. Давай правую ножку продвигай. Нет, еще подержаться надо чуть-чуть. Легче не станет. Равновесия-то нету. Можно так? Можно падать смело. Можно так больше не подходить? Чуть-чуть правую ножку еще пододвинь. Я держу тебя. Блин.
Господи, все, забор отпусти. Господи! Так, я тебя отпускаю. Господи! Все, ручки в стороны. Быстрее, быстрее, говорите. Ручки в стороны. Готово? Да. Один, два, три. Прыжок! Капец вообще! Ой, круто день, капец, ужас, руки трясутся, ноги трясутся, все трясется. Ой, потрясающе, господи, как страшно до сих пор. Секундное, конечно, удовольствие, но капец как страшно. Господи, я думала, я умираю, пока там лечу. Мне кажется, у меня даже жопа трясется. Все трясется. Неописуемое удовольствие. Я, наверное, ноги не буду задирать. Ой, мамочки, господи. Не знаю, соглашусь я еще раз на такое или нет. Я боялась, что палка селфи меня перевесит. Лови ее на плечо. Садись на шею. Давай, папуль, лови меня. Держи. Ура! Поехали. Да ты поворачивай! Зай, да поверни! Стой, стой, стой! Ко мне разбирай. Голова. Молодцы. Ой, не падай. Ой, господи. Давай палку. Давайте. Пойдем дальше. На ту поляну. Блин, это же вообще как страшно, господи. Я от этого вообще же... От забора-то отцепиться боялась. Идем. Ух, ему нравится. Ему хватит. Че, как перелазила? Перелезла-то нормально. Я говорю, ребят, вы меня, говорю, держите, я даже, говорю, отпуститься не могу. Стоит того? Стоит. Yeah. Честно говоря, я даже думала, что я под раз, два, три не прыгну. Нет. Ну вот прыгнула. Этот вот кучерявый Евгений, если не ошибаюсь, вообще красавчик. Да. Всю дорогу со мной разговаривал. Круто? Круто. О, меня аж вообще всю это... Сейчас, давай шлем снимем.